Если вы используете ВКонтакте дополнительные рабочие аккаунты, то просто необходимо придать им видимость настоящего живого человека. Сейчас я говорю не про те аккаунты, которые вы купите в магазине аккаунтов по 4 рубля и, пустив через них одноразовую рекламную кампанию, благополучно отправите в бан. Нет, сейчас я говорю про те аккаунты, которые вы создадите для себя с прицелом на перспективную плодотворную работу. С помощью прокачанных дополнительных аккаунтов вы получите гораздо больше трафика на ваши сайты, а также гораздо качественнее эмуляцию активности в ваших группах ВКонтакте. Как использовать эту информацию, каждый решит для себя сам. Сейчас я вам расскажу, как нужно правильно оформить дополнительный аккаунт. Для того, чтобы ваш аккаунт прослужил вам долго и верно, желательно оформить его на свою сим-карту. Сим-карты можно купить у дилеров или в салонах сотовой связи. Желательно подгадывать под акции, чтобы обошлись они максимально дешево. И они у вас будут лежать. В любой момент вы сможете восстановить доступ к аккаунту, достав и соответствующую сим-карту. Также можно воспользоваться сервисами смс-регистрации, которые предоставляют одноразовые номера для подтверждения. Но это не самый лучший вариант, потому что не факт, что в следующий раз вам удастся найти этот номер для того, чтобы подтвердить свои права на этот аккаунт. Далее. Вы зарегистрировались. Необходимо тщательно заполнить профиль. Все так, как у настоящего живого человека. Все это вы можете сделать вручную или создать в программе Swobod специальный шаблон. Далее. Вам нужна будет фотография. Где взять фотографию, если вы не хотите ставить свою? Тут все просто. Идете в поиск ВКонтакте, выбираете критерии, возраст, пол, какой-нибудь городок подальше выбираете, сортировку ставите по популярности, спускаетесь поглубже вниз на наименее популярные, выбираете то, что вам понравится, и закачиваете на свой аккаунт. Далее вам необходимо наполнить стену минимальным количеством постов. Вы можете сделать все это вручную. Также вы можете дать задание в Swobod, какую-то минимальную эмуляцию активности, чтобы ваш новорегнутый аккаунт, который находится в данное время под колпаком у контакта, немножко походил по просторам контакта, поставил кому-то пару лайков, порепостил с интересных групп посты себе на стену, потом со временем все это вы уберете. Поработав в таком режиме пару дней новым аккаунтом, вы можете приступить к наполнению аккаунта друзьями. Аккаунт, у которого есть достаточное количество друзей, во-первых, вызывает гораздо больше доверия. Во-вторых, со временем друзья этого аккаунта начнут превращаться в целевых. На первых порах вы наберете первых попавшихся. Со временем вы начнете подстраивать свою работу так, чтобы у вашего рабочего аккаунта в друзья попадали только целевые люди. Что нам для этого нужно? Во-первых, вы можете сидеть, приглашать вручную. Во-вторых, вы можете настроить работу через Swobod. Если вам интересно, вы можете написать в комментариях к этому видео. Я расскажу, как это делать. И есть простые вот программы. Я не так давно мне один из знакомых подкинул вот такую программку. Скачивается с официального сайта разработчика. Она бесплатна для одного аккаунта. Аккаунты можно просто менять. Один подкачали, вставили второй. В день примерно 60-70 человек приходит с этой программы. Программу можно сворачивать, она работает в трее. Протестировав примерно неделю эту программу, я купил платную подписку 30 рублей на неделю. На платной подписке можно вставлять несколько аккаунтов. И вот что мы видим, друзья. Программа с утра отработала 12 часов. Добавлено 655 человек на два аккаунта. На одного 333, на второго 322. Если вам помогло это видео, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на скачивание этой программы будет в описании к видео. Также там вы найдете ссылку на робота. Всем хороших заработков, долгой жизни вашим аккаунтам и до новых встреч. И короткое отступление, друзья. При использовании режима Turbo старайтесь делать перерывы в работе ваших аккаунтов. К примеру, сегодня накрутили, завтра ваш аккаунт отдыхает, накручивайте другие. И в конце каждого месяца ВКонтакт производит небольшие такие массовые зачистки особо активных аккаунтов, поэтому обращаю ваше внимание на то, что в конце любого месяца необходимо снизить активность, проявить максимум осторожности. И еще одна ремарка, друзья. Не забывайте о том, что это скрипт. Он работает совсем иначе, чем действует человек. Поэтому рекомендую на основных аккаунтах не используйте во избежание неприятных каких-то последствий. Используйте на рабочих аккаунтах, которых вам надо раскрутить до определенного количества друзей для придания им видимости живых настоящих.
еще нюанс. Если у вашего аккаунта есть подписчики, то этот скрипт этих подписчиков одобрит в друзья. Если у вас есть исходящие непринятые заявки, то, соответственно, он их отменит. Вот такая тонкость, имейте в виду, когда будете запускать аккаунты в работу. Вот сегодня у меня работает на обычном режиме, не турбо. И вот за какое-то время, вот сколько я работаю сегодня в сети, за 7 часов он мне набил 120 друзей на 2 аккаунта в сумме. Итого по 60 попутно с моей деятельностью. Они там живут своей какой-то жизнью. Я туда не вмешиваюсь. Работаю, делаю свои дела. Ну, на этой приятной ноте, друзья, я заканчиваю. Ссылку на скачку этого классного робота вы найдете под этим видео. Всем удачи и пока!